Нам в студию присоединяется Сергей Наумчик, депутат Верховного Совета 12-го созыва Беларуси. Здравствуйте, Сергей. Нас слышно? Витаю, так, я чую вас. Вот скажите, пожалуйста, как можете прокомментировать вот это заявление Лукашенко, главного нашего миротворца? Ну, Лукашенко зараз тяжкая ситуация. Он потрапил в ту пастку, якую зрешто рыхтовал сам себе 27 годов. И он одразу пришел, как ставленник Москвы. А он хотел, так сказать, обхитрить разными способами. Спочатку занять там посаду хворого Ельцина. Потом не, так сказать, утриматься и нечто вытекнуть от Путина. Зараз просто Путин его, ну, я вот живу абсолютно прямое такое сравнение, навод вырос, и он его замазал кровью. Потому что фактично он выступил суагрессором супрость краины, якая не выявляла никаких предметов, как на ее нападали, имею на увазе супрость Украины. Заява Лукашенко про некие перемовы, про Россию как переможцу, но что ж, он, видать, хочет так само тут неяк себе реабилитовать в том смысле, что вот он выступает, как вы правильно зауважили, в двукостях, да, у роли миротворца, а лебось Минска 2015, как это было тогда, я думаю, что это уже, так сказать, не отримается. Потому что, я еще раз подкреслю, в данном выпадку Лукашенко выступает как суагрессор. Я уже не кажу про то, что упершиню за стагодди своего існавання, вот за стагодди своего існавання Беларусь опинулася фактично у роли суагрессора. Бо з яе территории пошли войски іншої держави, Росії, на іншу державу, на Украину. Конечно, это было абсолютно нелегитимное решение. Лукашенко не есть легитимно обраным президентом, але факт остается фактом. И он дейный керовник, и он дал дозвол. Значит, он навод запросил, по его словах, войски, как бы они тут остались. Но какие будут выники, поглядим. Такое пытание. Ну, отрымливается, что все уже. Канчаткова Беларусь стратила свою военную нейтральность, але, ну, ти можно, ти справедливо казать, что это белорусы выступили на боку агрессора, на вашу думку? Ну, так кажуть, мы это бачим, шмат такие украинцы, и официальные гучать заявы, и неофициальные заявы. И, конечно, особливо вот простых людей можно зрозуметь, они оценивают, ну, как, скажем, у Беларуси оценивали, когда пришли в 41-м годе немцы, наказали, что напали немцы, хотя мы ведаем, что в Немеччине были и антифашисты, и вот как раз таки этого нападу на СССР в 41-м годе немецкий народ, который подтримливал Гитлера, все равно он его подтримливал, и он как раз не вельми и хотел, потому что уже вот это зачарование фигуры фюрера, и оно уже начало здесь проходить. Это, ну, историки это подтверждают, тем не меньше они начали эту войну. То же самое отбывается и зараз. Можно зрозуметь эмоции украинцев и вот такое ставление. Але, конечно, Сергей Иосифович, извините, я вас прерву, извините, вот наши зрители прислали нам видео, как в Беларуси, в Калинковичах, прямо сейчас вот проезжают искандеры российские, это говоря о фактическом или предполагаемом нападении. Участии Беларуси в этом конфликте, в этой войне. Что вы про это думаете? Про это я думаю то, что вот такие же самые установки были в моем ракетном дивизионе, где я 35 годов назад служил, только там были ракеты, але они вельми подобные. Это вельми, это страшенная зброя, абсолютно страшенная зброя. И вот то, что нема никакого супротиву к этому, что люди не выходят, было только, сдается, два пикета. Так, что люди не выходят на улицы, что они не протестуют. Это, конечно, совсем не означает, что белорусы это подтримливают. Они просто не могут выказать свой протест, потому что за это свой протест
яны атрымаюць, па-перша, некалькі гадоў турмы, а па-другое, здзекі, катаванні і ў міліцыі, затым, так сказаць, у турме. Абсолютно страшныя, абсолютно просто страшныя кадры. Гэта рушыць тэхніка з беларускай зямлі, яна рушыць забіваць людзей. Я просто, якім бы я не быў пессімістам, я не пессімістычна ацэньваю развіццё падзеяў, я яго ацэньваю вельмі пессімістычна. Так сказаць, у глабальным сэнсе, што будзе далей. Але я думаю, што, ну, ўсё ж такі цывілізаваны свет, ён мацнейшы за вот гэтых маньякаў, ядерных маньякаў. І, ну, врэшце, скончыцца тым, чым скончылася другая сусветная вайна Нюрнбергам, і віноўныя, вось, вінаватыя ў гэтым злачынстве, ну, яны будуць пакараны. Столькі той розніцы, што, як мы ведаем, в Европе скасаванае смяротнае пакаранне, вот, відаць, ім давядзецца яшчэ пажыць на гэтай землі, калі яны самі не здадуць рахункі жыццём. Ну, вось такое пытанне. Я, в прынцыпе, згодны, што вельмі цяжка зараз нейкім чынам пратэставаць, нейкім чынам супрадзейнічаць таму, што вось гэтыя кадыраўцы, там ці ракетныя войскі Расіі едуць па вуліцах беларускіх гарадоў. Але што могуць простыя беларусы ўсё ж такі зрабіць? Ну, напрыклад, я чытаў у паведамленнях ад нашых гледачоў, што рэкамендуюць, напрыклад, рабіць фота, відэа і дасылаць для таго, каб дапамагаць украінскай выведцы. Што вы думаеце пра гэта? Калі людзі на гэта гатовыя пайсці, то безумоўна, гэта вялікая дапамога, таму што гэта папярэджанне пра канкрэтную тэхніку, пра мадыфікацыю гэтай тэхнікі. Вайсковы спецыяліст абсолютно можа апазнаць вот тое, што мы зараз бачым на экране, аж просто да мадыфікацыі, аж да відаў узбраення. І, ну, колькасць можна прыблізна сабе уявляць, это, конечно, ну, гіганцкія просто, калона і калона ідуць, так? Таму гэта, безумоўна, вельмі вялікая дапамога. Тут бы я яшчэ хацеў сказаць, што, канешне, мы апынуліся ў сітуацыі, калі ў Беларусі няма сваёй армії, своего войска. Я весь час сказал, все эти годы Лукашенко, что Беларуси нема своего войска, что оно сдаст Беларусь. Со мной спрашались, але я ведал, что я кажу, я ведал настрои у генералитета, ведал настрои у офицеров. Это абсолютно пророссийские настрои. Они давно уже подлечили, кольки б яны отримали, у кольки разов больше была б зарплата и пенсия, коли б яны стали часткой российской армии, а Беларусь часткой России. І мы зараз бачым ось такую падвойную здраду так званай беларускай арміі. Найперш, конечно, генералітэта. Это в жнівні 2020 года, калі народ хацеў выправіць памылку 94 года і выйшаў на вуліцы, і войска падтрымала не народ, а узурпатара. А сёння мы бачым, што яны здразілі другі раз, калі, ну, здразілі інстытуцыі, дзе запісана памкненне да нейтралітэту, калі вось выступілі, фактычна падтрымалі расійскага агрэсара. Ну, дарэчы, наконт вось гэтай здрады, пра якую вы кажаце, часта украінцы кажуць, украінскія эксперты і вайскоўцы прыгадваюць тых вайскоўцаў Узброеных сілаў Украіны, якія ў 14 годзе перайшлі на бок Расіі ў Крыме. І што сярод гэтых здраднікаў, ну, ёсць немала тых, хто ўжо загінуў на ўсходзе Украіны альбо нават на Каўказе. Ну і вось зараз ёсць вялікая верагоднасць, што пасля так званага рэферэндуму Беларусь таксама далучыцца да расійскай агрэсіі ва Ўкраіне. Ну і што, тады гэтыя здраднікі таксама туды пойдуць ваяваць за Маскву? Я думаю, што вы спрагназуюць абсолютно правильно. Мне таксама ёсць такое адчуванне, што, ну, калі Лукашенко спадзяецца вось толькі ваеннымі шпіталямі, так сказаць, тэрыторыі дапамагаць Пуціну, не атрымаецца. Пуцін яго прымусіць удзельнічаць непасрэдна ў баявых дзеяннях супраць Украіны, супраць украінцаў, я так думаю. І вось гэтыя афіцэры пойдуць ваяваць, і, канешне, ну, буду згінуць,
Але больш за все мне шкада не офіцераў, яны выбралі свой лёс, а шкада вось гэтых 18-20-гадовых хлопцаў беларускіх, якіх просто як скот павядуць на гэтую бойню. На гэтую бойню дзеля абсалютна просто міфічных, некіх, ну, абсалютна дзікіх каштоўнасцяў, якія дэкларуе Пуцін, які ўжо абсалютна бачна просто яго, ну, ён просто звар'яцеў, ён псіхічна ўжо абсалютна нездаровы чалавек, які все гэтыя тэксты выглядае, хто вакол яго, і, ну, просто сапраўды трагедыя, што ядерная зброя зараз у руках маньяка. Я толькі карасенька удакладню наконт магчымага ўдзелу Беларусі ў ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Гэтую інфармацыю падала супольнасць расследавальнікаў Inform Napalm са спасылкай на свае крыніцы аб тым, што Барыс Грызлоў, амбасадар Расіі ў Беларусі, зараз цісне на Александра Лукашэнку, каб той вось аддаў загад наступаць на Украіну. Дзякую вялікі. З намі на сувязі быў Сергей Навумчык, дэпутат Верховнага Савета Беларусі 12-га склікання, які ад самага пачатку быў у апазіцыі да Александра Лукашэнкі.